и запретил ветру, и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто это, что и ветер, и море повинуются ему?» Я очень быстро скажу эту предысторию. Я внимательно исследовал, вникал. Вы знаете, и что было в начале? Иисус говорит ученикам: «Отправимся мы, то есть вы и я, мы отправимся на ту сторону». Показал, и все, и пошел, и утрудившись, уснул. Ибо, обратите внимание, разыгралась великая буря. Великая буря, я представляю, что один из учеников гребли, а ветер был какой? Противный. Гребут в одну сторону, и их тянет что? Другую. То есть бесполезно, ветер, гребли бесполезно. Поэтому поднять паруса, развернуть и так дальше. Заливало водой. Я говорю, одни уселись на весла, другие воду выкачивают. Третий кричат, там жив помощи, живущий под кровом Всевышнего, потери всемогущего покоится. Знаете, по-разному. А бесполезно. Вот давайте все это посмотрим.